Подвели итоги на бегу. Коллектив «Мариэл Радио» стал участником забега, посвященного 15-летию радиостанции. К спортивной акции присоединились и друзья радио, опытные спортсмены и любители, которые не один раз становились гостями в студии. Ежегодно «Мариэл Радио» свой день рождения отмечает масштабными концертами, но в этом году такой возможности не было, поэтому и появилась идея устроить забег. Если опытные спортсмены пробежали несколько километров, то начинающие и любители ограничились небольшой дистанцией по набережной столицы. Колонна бегунов несла главный символ радио – флаг с эмблемой на белом фоне. Среди добрых традиций «Мариэл Радио» есть такая традиция, посвященная, так скажем, любителям спорта. В редакции «Мариэл Радио», в нашем коллективе, в нашей семье, так скажем, трудятся радиоведущие, любители спорта, также лыжники, просто бегуны. В общем, в целом, те, которые за здоровый образ жизни. И этот год, который, я думаю, нам еще раз напомнил о том, что здоровье нужно беречь, мы провожаем вот таким забегом. Забег, посвященный 15-летию «Мариэл Радио». Никто из участников забега не остался без подарка. Любителям и спортсменам вручили грамоты и медали. Практика спортивной акции не нова для радийщиков. 5 лет назад ведущие уже совершали подобный забег на стадионе «Дружба».